Знаете, что касается перспективы, то, безусловно, когда-то Луну осваивать придется по той простой причине, что там есть гелий-3, необходимый для термоядерных электростанций, первая из которых, ну, опытный реактор, строится сейчас во Франции, ИТР. Но дело в том, что Россия так устроена, что любое, даже верное замечание, сказанное не вовремя, оно вызывает смех, как это было с рогозинским замечанием на фоне крымских событий. И Крым вроде взяли, и Луну возьмем, и американцам покажем. Все это выглядит довольно забавно, и я бы не сказал, что прям очень своевременно, по той простой причине, что непонятно, нужно ли создавать на Луне базу с людьми, поскольку автоматы со многими вещами справляются гораздо лучше. Автомату не нужно писать, какать, кушать и дышать, то есть все вот эти четыре вещи, которые занимают огромный объем, да, они сразу откладываются. Нам нужна только функция, и, скорее всего, с этим лучше справится автоматика.